Держи. Тёма, ты? Не помню. Ты кто? Не знаю. Алло, Тёма, вы где? Алло. Алло. Алло, Тёма. Отпусти его. Откуда мне знать, что вы меня не обманываете? Да я чем угодно, Казбек. Я дал вам машину, а теперь ни денег, ни машины. А теперь я вам даю 2 недели. Не вернете, будет плохо. И то только из-за тебя, Тёма. Все, уходим. Давай на Казбека заяву накатаем. Он нам сам деньги принесет. Ты свидетелем пойдешь. Да нет, что, гонишь, что ли? Как потом на районе появляться? Узбек, Казбек, кто такие? А я кто? Тёма! Узбек? Ты что здесь делаешь? Да я думал, Казбек пришел. Он нас везде ищет уже. Ты где ты был? Я тебя везде искал. Кто это? Это ж твой сын. От тебя жена ушла. Ты чуть не повесился. А как ты тогда меня вспомнил? Не знаю, так частями вспоминаю. Помню только, что нам Казбек 2 недели дал, и все. И все? Больше вообще ничего не помнишь? А дальше что было? Ну, короче, мы решили Казбека послать. Сам подумай, за 2 недели нереально было найти 300 штук. Мы с машиной в 2 смены еле-еле натаксовали. Короче, решили не париться, не возвращать деньги в срок. Поймай тех типов, выбью с них бабла, расплатимся с Казбеком. Но. Смотри, смотри, это этот же, как его? О, Сала. Аккуратней. Че с тобой? Как это так? Тебе какая разница? Ну, ты что такое помят? Да вот, задолжал Казбеку немножко. Меня и нашли, привезли в какой-то зал. И чё там было? Да чё было? За долг спросили. Жёстко. Если б знал бы, почку продал бы, чтоб с Казбеком рассчитаться. Блин, с бутылками, с металлом вообще не вариант. Таксовать не сможем, машины нету. Родственники, друзья, да и чё им звонить, просить? Бесполезно. Может, от жены еще что-нибудь осталось затолкать? О! Ведра расселся, пойдем. Ты говорил, с утра надо было вставать. Пока ты встанешь, всю малину уже собрали. Давай вон лучше яблоки собирать будем. Здорово, Дин. Здорово, пацан. Ну, хорошо быть спортиком. Тренируйся себе, никаких забот.
Дай сюда. Братан, планшет не нужен? Практически новый. Планшет недорого. Да ну, дорого. Фикс. Пойди посмотри, сколько яблок. Целый сад, если собирать и продавать их. Представляешь, сколько можно бабла поднять? Не бери кредиты, знаешь, там, жили-были. Возьмешь 1.5 миллиона, за неделю просадишь, потом будешь расплачиваться 5 лет. Вместо 1.5 ляма, там, все 4-5 отдашь. Я тебе по личному опыту говорю. Если берешь кредит, бери кредит на бизнес. Максимум неделю с Казбеком раскидаемся. За проделанную работу. Ты чё сел? Давай пошли завтра опять на работу ехать. Да ты чё там? Ноги моей больше не будет. Блин, жрать охота. А чё, можешь по бичпаку? Да мне этот бичпак вот здесь сидит. Чё мы с тобой подпёрлись? Одних их денег нет. Меня все знают, никто уже долг не даст. Ты посмотри, может, знакомых увидишь. Опа, есть идея. Здорово. Как дела? Вот это дело такое. Мясо кабана есть? 300 грамм. Почем? 1500. Ну завтра где-то с утра часам 9, наверное. 50 кг. И вот так в течение недели постоянно. Ну давайте. Какой кабан? Это грязное животное. По религии даже к нему прикасаться нельзя. Че ты потеешь, за веревку привяжем и все, за веревку потянешь. Я сам его потом разделаю. Зачем вам столько мяса? Да, в детский дом, благотворительность. Че, ладно, Роман, пойдем. Спасибо. Подождите, не уходите. Отварчик ухлебните, чтоб не замерзли. Че-то отвар не пошел. Да вроде нормально. О, смотри, звезды полетели. Где? Да вон. Отварчик. Если шашлычник нас поймает, самих на шашлык пустит. Достало все. Че достало? С Казбеком раскидаемся, на работу устроюсь. Кем? Да хоть кем. Да все мечтают двигаться, как мы с тобой. Я тебе не про Казбека. Там вышло недоразумение. Я тебе про наш с тобой бизнес. Все пашут, как рабы. Получают копейки. Боятся двигаться, свое дело замутить. Че ты молчишь? Иди пройдись по району. Поспрашивай пацанам, как им работает. Да, это временно. Это все временно. Это все временно. Да это временно. Это временно. Вернуть бы время, я бы учился. Да че позарить? Я тебе отвечаю. С Казбеком раскидаемся, замутим такой бизнес. Сына вернешь.
О, Тёмыч, здорово. Как дела? Пойдёт. Ты чё, не таксуешь сегодня, что ли? Да нет, завязал. А чё хотели? У тебя же эта гитара есть? Есть. Чё петь-то будет? Чё, не знаешь из русского рока? Соя? Кровь. Кровь. А, это что, группа Крови? Да, вот она. Ну, ништяк, нормально опять. Давай туда ее исправим. Давай. Oyağımız kızlarını tutmakta Yıldız çeyir Edigimde Yumşak kresla kataklip Let vaxtında basılmayan kurak Kuyaşlı gün Şirin dişlerde Kanı kurup Yengemde Mani tartıbım nomerim Yengemde Omad man getilajakta Omad man ge Uchopta kromi ilik И есть чем платить, но я не хочу Победы любой ценой Я никому не хочу ставить ногу на грудь Я хотел бы остаться с тобой Просто остаться с тобой Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа Крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Да не буду я, ты что гонишь что ли? Да они пятнашку в день в легкую делают. Ты что, час ты, час я и все. Да пошел ты. Ну а что тогда делать? Давай сразу к Казбеку, пусть нас закопает. Слепой нет. Глухой нет. С Узбекистана приехали. Дом сгорел. Детям есть нечего. Сам инвалид. Работать не могу. Помогите. Люди добрые, помогите. Тёма, валим, быстро! Алло. Эй, какие памперсы, Биос? Денег нету. Всё, давай. Какие памперсы твоему сыну 6 лет уже? Да жена нянькой подрабатывает, иногда просит купить. Всё, Тёма, время вышло. Теперь лучше Казбеку на глаза не попадаться. Чё, ты вообще ничего не вспомнил? А чё, мы нашли деньги? Нет, конечно, я уже готов был вырезать свою почку. Но мы нашли выход. Я хотел перезаложить свой дом в третий раз, но банк мне отказал. Тогда ты предложил заложить свой. Да я тебе клянусь! Плюс мы с Казбеком бы раскидались. Взяли бы две машины, отдали в рассрочку, и за твой дом быстрее бы раскидались. Чё сидишь, иди, ищи документы. Еще в банк успеем заскочить. Слышь, а как я под землей оказался? У нас времени оставалось мало, и нам пришлось прибегнуть к крайним мерам. Лови его, припарку я не знаю. Все, давай, это наш клиент. Живой? Да ну это бешарашный же метр. О, давай, это дачник, у них денег много. Все, давай, я снимаю. Давай, делай, Тёма. Да ну его, нюс, машина развалится. О, две тёлки, смотри, сейчас, давай, сейчас мы их на бабки вставим.
Тебя упаковали, увезли и все. Что было дальше, я не знаю. Я весь район обшарил, так и не нашел тебя. Давай документы подержу. Зачем пятерку ждать? Давай на моторе поедем. Да я тебе клянусь. Вспомнил, бля. Да просто у меня квартира уже два раза в залоге. Я бы и третий раз заложил, чтобы с долгом расплатиться. А ты ломаешься, как тёлка. Документы давай. На. Послушай меня. Тёма. Стоп, подожди меня. А за мечом кто пойдет? Слышь, дерево, остановись. Я кто дерево? Ты дерево, видела, как ты мяч пинаешь? И нормально я пинаю, может сыграем? Давай. И ты что с вами просто так? Да нет, на что играть будет? Твой Лексус? Мой. Давай ставь его. Или что, очко играть? Чё ты молчишь? 7 соток, 2 твоих Лексуса. Или что, по-крупному очко играть? Давай, мы играем. Я не умею в футбол играть. Да ты не потей, сами сейчас все сделаем. Этот толстый, этот дрыщ, этот шланг. Они все неповоротливые, у них дыхалки нету. Ты не переживай, домой сейчас на Лексусе уедем. Да пускай разводят, все равно дальше центра не пройдут. И давай сюда, блин, дырку. Сейчас, Тёма, сейчас все сделаем. Кривоногий! Кидай его! Накой его! Косой! Дырявый! Ванге вообще, бейсбол, о, иди на! Мразь, играть не умеешь, снимать перчатки, пошел отсюда, давай! Давай мне, я открытый, давай! Наперед, узбек, лови! Делай, делай, узбек, раз на раз! Бей, бей! Что творишь, а? Все, эй, матч окончен. Проиграли, хату ставьте. Идемте. Только вдвоем, давай в сторонку отойдем, поговорим, пожалуйста. Подождите, пацан, сейчас. Че тебе надо? Вы выиграли, речи нет. Давай пообщаемся. Удели, пожалуйста, время. Давай пообщаемся. Выслушай, пожалуйста. Но сплочевная ситуация. Войди в положение. Че, пацаны, сколько денег-то вам надо? 400 штук надо. Да без проблем. О, Боря, спасибо. Да не, пацаны, не прощаемся. Сейчас я приеду. Thank you.
Казбек, Казбек! Сейчас уже привезут, вон. Человек поехал уже. Срок вышел, и деньги уже не помогут. Сейчас, Казбек, деньги привезут, я тебе отвечаю! Отвечай, Казбек, подожди!